Приветствую всех на моем канале. Давайте посмотрим, что вам скажет сегодня оракул звездных сияний. Карта Штиль. Знаете, какое-то спокойствие и умиротворение идет в вашу жизнь. Возможно, после каких-то бурных, может быть, нехороших событий. Карта Аист и Династия. Знаете, это что-то благополучное будет в вашей семье. Здесь как выходит карта рода, и он вам об этом говорит. Не переживайте, если сейчас у кого-то очень сложно в жизни, то черная полоса сменится белым. Наступит это время, и вы придете к своему благополучию. Корабль. Кого-то ждет в прямом смысле путешествие. Знаете, здесь уход из вашей жизни. Почему наступает штиль в вашей жизни? Уход каких-то недоброжелателей. Ангелы, знаете, как уводят из вашей жизни вот это вот карта мыши, нехорошее окружение. И поэтому у вас в жизни будет спокойствие, счастье. Кто, чего вы достойны и к чему вы всегда стремились. Всего вам доброго.